Вот мы сделали, теперь нам надо с вами ремеш произвести. Давайте это сделаем. То есть, скажем, Shift-E, R, вернее, Shift-R. Видите, это вот у нас те треугольнички, которые после bullet ремеша. Давайте сильно не задираться, скажем, 250 нам будет достаточно. И пойдем, скажем, ремеш. Вот он себя проявил, причем хорошо, видите. После этого мы можем, конечно, взять тут гладилку нашу, пройтись по всей фигуре, сглаживать таким образом, сразу же нужны нам элементы. Заодно берем смус, сравниваем тут наши эти. Все прекрасно, хорошо получилось. Такой он должен быть, как фигурка. Так, здесь мы можем сказать, что давайте немножечко уменьшим. Нет, фигурку оставим, а уменьшим F. Это вот слишком она мягкая теперь. Фигура, и с ней теперь трудно работать. Это возьмем. Немножко добавим здесь. Нет, это слишком маленькое, чтобы тут добавлять. Тут добавили и хватит. Так, вот теперь начинается самое трудное. Вот мы с нее начнем, с морды лица начнем. Действовать так. Секунду. Пробуем начать здесь накладывать глину. Сюда тоже на лор. Вот так.
Вот такая мопсовская мордочка лица. Так. Потом здесь нам надо складку такую сделать. Вот такие. Большую. Так. Там будет нос. Понятно. Теперь над глазами. Еще одну складку сюда, к ушам уже. Ну, вот такой вот наваяли. Смотрю сбоку. Нормально получается, такая бульдожская мордочка. Все отлично. Ну, теперь самое трудное. Так, как же. Так, здесь для меня это всегда как бы херамсфутон, как говорят немцы. Какой лучше применить, сейчас я сохраню это дело. Опс. И... Пожалуй, начнем. Что попробовать? Вот этот инструмент поменьше сделать. Возможно.
Где-то вот так. Примерно, да. Теперь мы можем еще немножко вот здесь положить. Побольше чуть-чуть сделать. Здесь еще положить немножко. Ну, примерно так, мне кажется. Единственное, что есть такой инструмент, вот этот, мне кажется. Если его сейчас увеличить и вот тут провести, то он начнет делать вот такие вещи. Ну, это чуть перебор, это мне не нравится. Давайте попробуем вот этот страничек. Здесь немножко разгладить. Так это и добавить немного. Угу. Вот так. Не забываем, что здесь будет еще нос. Тут сглаживаем все. Поменьше. Вот. Ну, вот это мне теперь не нравится.
Давайте здесь добавим. Глины. Так. И эту глину сейчас сравняем. Подождите. Это у нас равнялка, сравнялка, это вот это. Чуть побольше сделаем. Вот так. Вот, и теперь нам надо сделать следующее. Вот тут поменьше давайте сделаем. Так. И возьмем, Ctrl зажмем и начнем потихоньку вот здесь проявлять. Вот так вот. Вот. Ага. А далее взять вот этот инструмент, сделать побольше. И я бы такой, знаете, чтобы здесь все равно выровнял немного. Вот так, выровнял. Так. И здесь набросал еще чуть-чуть. Двойные подбородки наделал. Угу. Ну, мы все больше и больше приближаемся к морде лица мопса, да? Так, здесь нам надо будет вот это вот подвинуть. Сдвинуть, чтобы вытянуть такую челюсть. Вот. Вот так, да. Чуть-чуть глинчики сюда. Сюда вот. И расправим ее. Так, отлично. Здесь у нас язык будет высовываться. А здесь надо складочку изобразить. Сейчас изобразим. Вот так. Изобразили, да, все отлично. Дальше, скорее всего, надо будет вот это место подвинуть. Для глазиков. Так, это пускай так и будет. Сюда надвинем посильнее. Так, здесь тоже. Можно взять вот этот. Нет, не надо так брать. Наоборот, сюда надо добавить. Вот сюда вот так. И зажав F, все это поправить. Чуток. Вот. Тут еще. Уже Ctrl. Угу. Так, мне такое ощущение, что нам нужно будет еще, ребята, ну-ка, спереди, если посмотреть, взять большой-большой вот этот F и щечки ему растянуть. Вот так, да? Так. Ну и последнее, что я бы хотел сделать, это
покрасить вот это вот. Сейчас нам надо N. Вот это вот покрасил. Ну, это не последнее, а предпоследнее. Так. Теперь мы можем брать вот этот и на него надвигать. Да. Превращаем в такой. И здесь чуть-чуть, я думаю, что надо распушить. Потому что это все-таки маленький бульдог, как бы там ни было, да? Теперь назад. Ctrl-I. Вот это теперь же сдвинуть так. Вот так вот. Да? А отсюда мы выпустим уже язык, если нам надо будет. Alt-M. Все. Так. Ой, как похож. Для того, чтобы был похож, совсем нам надо глаза и уши. Сколько у нас времени? 22 минуты. Мы прекратим сейчас. Стоп.